Очередной хулиганский поступок привел в боевую готовность столичных полицейских. Неизвестный сообщил о заминировании рынка Астаналык. На место были тут же стянуты все экстренные службы города. В итоге, как и предполагалось, бомбу не нашли. Зато полицейским удалось задержать автора анонимного звонка. По закону, за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф в размере 5000 МРП, а это почти 14 миллионов тенге, либо ограничение свободы сроком до 5 лет. Сегодня в полицию поступил звонок, что на рынке Астаналык заложена бомба. В ходе проверки взрывное устройство не обнаружено. По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.